Привет, дорогие мои! Хочу вам рассказать, что в американских новостях показали, что одна из компаний полностью все работники вживили в руку вот в это место чип. Кто за, кто против называется. Вот. И так как журналист это так спокойно говорит, что вот, ну это как реклама, мне кажется, вот такого способа была. Ну не знаю, я, например, против, потому что это как бы последнее время. В Библии об этом в Откровении говорится, что будет поставлено либо на чело, либо на руку номер. Чип это и есть номер, можно так сказать, если это в руку. И с этим чипом вы можете и покупать все, руку приложили, купили, расплатились. Если вам нужно что-то открыть, дверь, замок, приложили, открыли. Свободно и легко. Так что, да, мои дорогие, вот мы на пороге к тому, что уже это началось. Вот, ваш выбор, принимать это, не принимать. Об этом очень много раньше говорили, но вот это уже на самом деле есть. И если это вовсю в городских новостях показали на всю страну, что это нормально, что это очень удобно. Ну, да, это точно, что ваш выбор, да или нет.